Ну чё, пошли к моему самому нелюбимому боссу. Только перед этим кое-что надо будет сделать. Вот. Гарри танцует. Ну ладно, хватит дурью маяться. Давайте наших друзей позовем. Давайте, 3-4. НЛО. НЛО. Зовем друзей. Что? Куда ж ты улетаешь, друг мой? Вернись. Вернись ко мне, мой друг. Я тебя ждал давно. Я под лестницей буду стоять. Все, к боссу не поеду, мне он не нравится. Ну ладно, пошли. Сейчас будет в меня плеваться. Видели, лестница была сломана. Оплюешься сейчас, сучка. Сейчас я эту суку из бластера быстро завалю. Чтобы он меня не заплевал своим говном. Блять, с таким видом нихуя не видно. Да блин. Я назад отхожу потихоньку. Все равно попал. С таким видом ни хрена не удобно, блин. Да блять, что ж такое-то? Как-то он меня быстро догоняет. Да ёб твою мать! Первый раз такое. Короче, я вид переключу. Совершенно неудобно, ничего не видно. Просто какой-то ужас. Блять, он не должен меня так быстро догонять. Я не знаю, почему он так быстро долетает до меня. Я не люблю этого босса, нахуй. О, наконец-то, блин. Что-то он как-то быстро меня догонял. Не успею отбежать, он уже тут как тут. Ненавижу эту сучку. На крыше мне нравится, в принципе. Сейчас мы телепортируемся прямо к канализации. Магическим образом, как я говорю. А, нет, еще давайте в больницу зайдем. Хотя, что там делать, там все закрыто. Сейчас я топорик возьму. Хотя нет, сначала у нас в канализации вроде тараканы. Это потом уже появляются вот эти зеленые. Хотя их лучше мочить, конечно, чем-нибудь помощнее, чем топор.
И убежал он далеко, блин, в пустоту. И убежал он в пустоту. Интересно, в школу сейчас вот, я не помню, какой будет в русской версии перевод. Потому что в оригинале он вроде говорит, что нет смысла возвращаться в школу. Вот. Что-то такое. А в русской версии сейчас не помню. Сейчас тут сохранимся, чтобы обратно не бежать. А я уже сохранился. Теперь давайте к школе пробежимся. Я просто хочу посмотреть, что он скажет. В русской версии в этой, я не помню. О! Начальная школа Митыч. Ну, это правильно. Нет смысла искать школу дальше. Искать школу. То есть, видимо, это не школа. То есть, он школу еще не нашел, где школа находится. Вот. То есть, он ее искал, искал, не нашел, где школа находится. И вот сейчас он говорит, что школу, раз я ее не могу найти, мол, ее искать больше нет смысла. Представляете, какой перевод? Искать школу. Имеется в виду, что в самой школе нечего уже делать, а не саму школу искать. Замок сейчас. Сейчас как раз топорик возьмем. А ну-ка, ну-ка. Заперто. Замок негоден. Может, я сломаю его, если стукну посильнее. Сейчас тут будет от первого лица прикольно. Вот. Тут, короче, есть пространство, но пройти туда нельзя. Здесь тоже. А с этой стороны и тоже, тут тоже. We're going down, down, down. Пипрос. Сейчас, кстати, будут клопы сначала. Ну. Прикольно. Как карусель, знаете, крутится. Ту-ту-ту-ту-ту. Да блядь, не туда. С этим видом неудобно, конечно, с врагами как-то. Так. Вот. Ну, лучше, конечно, топором их не убивать. Сейчас, смотри, они меня сейчас очень будут жрать сильно. Сейчас сохранюсь даже. Кровь зеленую поставил. Вот видите, уже. Короче, вот неудобно. Совершенно неудобно. Просто невозможно. Ладно, я тогда загружу сохранение. Чтоб лечилки не тратить, а то меня это бесит. Хоть у меня их много. Сейчас побыстренько их перезамочим всех. Блядь. Так. Не хочу тут задерживаться. Сейчас побыстренько. Люблю я этих тварей,
не знаю, канализации. Моя самая нелюбимая локация тут. Например, в третьей части мне канализация нравится, а тут совершенно не нравится. Тут только альтернативная нравится. Но альтернативная шикарная вообще. Для пистолета заодно возьмем. Никто не хочет на лодке покататься. Нет? Я так и думал. Прикольно тут все свалено в кучу. Keep out! Наверху должен быть. О! Упс, не туда побежал, надо завернуть. Потом тогда, когда выйдем из канализации, сохранимся. Хотя нет, я просто хотел отдельно сделать плохую концовку. Потом я подумал, что я лучше сохранение скачаю. Так будет проще. Просто хотел, когда выйдем из канализации, сохраниться, побежать по плохой концовке, потом загрузить сохранение, сделать уже хорошее. Но там проходить достаточно все-таки еще, да? Поэтому я лучше отдельно скачаю сохранение по плохой концовке и сделаю ее. То есть, Олесу хочу помочить. Соскучился уже. Я в основном по Самаэлю проходил, по хорошей концовке. Вот. А плохую редко делал. И все сразу... Еще остался. Я думал, я всех перестрелял. Видите, как их много. Там тупик. Просто, видите, все свалено, эти трубы. Прикольно очень тут. Должны быть тут еще. О! Так, еще вроде должно быть. О! Все. А альтернативную канализацию я уже буду помедленнее проходить, потому что мне она очень нравится. То есть тут я, видите, бегу сразу, а там я буду помедленнее. Спокойнее, не так спешу. Еще. Нет. Я проходил вообще так игру, если скоростное прохождение делать, то... По хорошей концовке, если то за час, не помню сколько, но час 15 или час 20, то есть очень быстро.
Или это по концовке НЛО, час 15, не помню. В общем, чуть больше часа, вот это самое быстрое. Практически никого не убивая, знаете, чисто бежать по прохождению. Сейчас будет очень громкий звук, я потише пока сделаю. Во. Сразу отбегаем назад. Не в того стреляешь, господи ты. Ой, блин, автоприцел, конечно, с другой стороны как-то не особо помогает. Ну, в некоторых моментах против тебя играет, наоборот. Надо в тех, которые близко стрелять, а он в дальнего целится. Кстати, я только что узнал, что, оказывается, сейчас в современных играх от первого лица шутерах или от третьего лица автоприцел тоже стоит. То есть, например, в Resident Evil Operation Raccoon City там тоже есть автоприцел. Ну все, наконец-то мы выходим отсюда. Не люблю эту канализацию просто. Так, а в той стороне нельзя туда попасть вроде, да? В ту сторону. Все. Давайте как раз следующее видео сделаем.